Салам ахшамынс хайр достар. Здравствуйте, добрый вечер, друзья. Hello, good evening, friends. Достар, не енерик бүгін. Что мы сегодня делаем, друзья? У нас как бы автопарти. Вот вчерашний плов. Я не мог его не доесть, друзья. Специально оставил для съемок. Не кушал, половину съели. Вот то, что осталось, я буду доедать. А кроме этого, приготовили еще азербайджанские кутабы с мясом. Пирожочки с печенкой, куриной печенкой. Вот такие маленькие пирожочки. Будем это с маринованными огурцами и помидорами. И чесночок еще здесь есть. Кушать. Пить будем шербет. Родниковую воду разбавил с медом, вот, который купил недавно. Так что, друзья, начинаем. Давайте я один пирожочек съем. Вот, посмотрите, какой он красивый, румяный. Мягкий. Кетчуп с майонезом мне столько не поместилось. Мягкий-мягкий, друзья. И мягкий, и хрустящий. Нальем. Так. И для стаканчика места не осталось. Да ничего. Так, плов. Не могу ждать. На второй день еда становится еще вкуснее. Картошечка. С говядиной, с урюком, с каштанами, с кишмишом. Хочу передать привет большой Николай Ким из России. Он под каждым видео пишет комментарии, многие пишут. Спасибо большое. Просто его я всегда забываю называть. Спасибо огромное, Николай. Передаю из Баку солнечный привет. Потом в Уссурийск хочу передать привет. Иван из Уссурийска пригласил гостя. Красноярский край. С удовольствием, конечно, поехал, но работа начинается уже в сентябре. Лето красное пропели, поэтому сейчас не до отпусков. Но огромное спасибо за просмотр и за приглашение. Спасибо. Привет уссурийским тиграм. На охоту меня туда приглашают. Так, вот этот пирожочек хочу съесть. Так. Берем
Вот посмотри, они такие горячие, только-только приготовил. Мягкие-мягкие пирожочки. Кутабы вот эти с мясом, а все остальное с печенкой. Очень вкусно. Так тороплюсь, что забыл даже фотку для профиля снять. Так, наливаем еще шербет. Плов сейчас буду продолжать кушать. Смотрите, какая картошечка. Давайте я ее рукой съем. Это газмах мы называем. Это не картошка, это газмах. Из муки его делают. Урюк. Вкуснота. Вот это картошка. Говядина. Каштаны. У меня есть книга, она называется «Снова цветут каштаны». Про Киев. 60-е, не то 70-е года. Смотрю, вот это фотоальбом, смотрю фотографии. Такая ностальгия берет. Советский Союз. Вкуснота. Кутаб хочу съесть, друзья. Так, выходи. Вот, посмотрите. Вот так сделаю. Вот.
Невероятная вкуснота. Сейчас покушаю, поднимусь к матери. Ей тоже отнесем пирожочки. Гости придут. Младший брат с семьей, сестра с семьей. У нас традиция, вообще в Азербайджане, семьи узами своими очень близки друг к другу и очень почитают, уважают взрослых, родителей. Ну, отец у меня скончался, вот мои давние зрители знают, в 2018 году. Мать, слава богу, жива, дай бог всем родителям крепкого здоровья, особенно матерям. Поэтому дети, мы, нас четверо, три брата и сестра. Ну, я регулярно, потому что мы живем прямо в одном блоке, в одном здании, через два этажа. Я внизу, мама наверху. Вот младший брат и сестра, они тоже близко к нам живут. Единственное, вот средний брат, он живет немножко вдалеке от нас, поэтому мы его редко видим, работы тоже много у него. Но так регулярно, на праздники всегда собираемся, вот вы знаете, я выставляю видео регулярно. А вот в обыденные дни у них отпуск, поэтому они сегодня тоже придут навестить мать. Ну, посмотрим, может быть, куда-нибудь поедем. Жарко у нас в Баку опять. Не люблю жару, друзья, честно. Мне там пишут, пошлите нам немного. В Норильске вот писали. Там в июне в Норильске снег шел. Я прям был в шоке, когда посмотрел видео. Да, так что вот так, друзья. Больше не хочу кушать. Оставлю аппетит. Там мама тоже что-то приготовила. Еда, друзья, это составная часть нашей жизни, ежедневной рутины. А особенно для любителей вкусной еды, таких как я, это вообще, я не знаю, большая часть, наверное, досуга. Потому что мы получаем от этого удовольствие. Если человек получает от этого удовольствие, нужно почаще кушать, но соблюдать норму. Не переедать. Многие мне пишут, ты слишком много накладываешь. Друзья, это я не. Я все. Но это пишут те, которые не смотрят до конца видео, потому что если бы смотрели, видели бы, что там. Я съедаю только, может быть, 1/3, 1/4 часть. Как только насытюсь, я уже больше не кушаю. В начале видео видят, что стол прям ломится от еды, очень большие порции, и начинают там катать. Как можно столько кушать, это вредно. Так я, досмотрите, потом пишите. Я не кушаю, и все, еще раз говорю. Стараюсь наедаться, но переедаю часто. В смысле, не тройную порцию, конечно, а вот съем, вот норму.
Ну, потом, чтобы так быстро видео не закончилось, чтобы зрители хоть что-то посмотрели, еще немного вот покушаю и все. Так что вот так, друзья. Спасибо вам за просмотры. Друзья, пирожки очень вкусные. Если кто-то захочет рецепт не пирожков, а вот теста, напишите, я вам напишу, потому что это вот самое быстрое и самое лучший рецепт теста, который я знаю. Я один раз его научился где-то год назад, ну, естественно, в Ютубе посмотрел какое-то видео, вот там. И все, и после этого мы только так и делаем. Очень быстрое, не липкое, прям как пластилин, лепишь все, что хочешь, друзья. Шикарное получается после готовки, мягкое, вкусное, обалденное. Так что, если захотите, я напишу. Ну, а так не обессудьте, на этом заканчиваем, друзья. Спасибо вам. И моим новым зрителям огромное спасибо, друзья. Спасибо, что смотрите. Ждите новые вкусные блюда, которые я вам приготовлю. Потому что получаю удовольствие от еды. И надеюсь, что вы получаете удовольствие от моей еды, от моих видео. Спасибо, друзья. Целую всех. Всем мира, мира и добра желаю, друзья. До свидания.